Что нужно знать перед тем, как идти в поход или начинать поездку? Конечно, в первую очередь нужно подумать о безопасности. Непредвиденная ситуация требует точного определения местонахождения человека, и в этом случае поможет трекер. Теперь их используют и в Карачаево-Черкесии. Оборудование приобретено по инициативе Министерства туризма и курортов республики. Поддержало предложение региональный филиал компании МТС. Мобильная система обеспечила спутниковыми трекерами туристическую отрасль республики. Альбина Ламкова убедилась в пользе оборудования. Богатейшие пейзажи природы нашей республики всегда привлекают внимание туристов. В зимний и летний сезон доступны более 70 живописных маршрутов для начинающих и более опытных путешественников. Большинство популярных маршрутов находятся в Архызе и Домбае. За первое полугодие курорты Карачаево-Черкесии посетили свыше 1 миллиона туристов. При этом, как отмечал глава республики, Рашид Темрезов, безопасность туриста – это приоритет, отметил на пресс-конференции министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев. Безопасность туристов – это возможность предоставления качественной туристской услуги путем прохождения, путем отметки в МЧС, когда человек выходит на маршрут, вот, чтобы поисково-спасательные службы понимали весь маршрут, все геоточки, геозоны, где находится турист. Презентация социального проекта состоялась совместно с региональным филиалом компании МТС. Ситуация с доступностью мобильной связи и интернета в Карачаево-Черкесии в последние годы меняется в лучшую сторону. Позволяет успешно организовать работу операторы и экосистемы МТС. Большое внимание в компании уделяют социальным проектам. Даже при наличии смартфона в кармане, он, если заблудился, не сможет объяснить, где он находится. Да, в лесу, в горах это крайне сложно сделать, а с этими GPS трекерами они до 1,5 метра геопозицию определяют, поэтому очень легко найти пропавшего туриста. Затем делегация направилась в поход тестировать трекер. Все отправились по маршруту к Боритовым водопадам. Конечно, помимо оборудования, участники похода оценили красоту природы нашего региона. Горы впечатляют, мы дети степей. Конечно, для нас это уникальные вообще пейзажи. Глазами все фотографируем, вот. Обязательно все сегодня посмотрим. Дышим, наслаждаемся. Мне кажется, наши легкие просто говорят, а что так можно было? Во время прохождения маршрута туристам рассказали о достоинствах трекера. Как движется группа и в каком направлении можно было наблюдать с помощью оборудования. Устройство оснащено кнопками SOS Alarm. То есть, если мы нажимаем на кнопочку, у нас устройство связывается по номеру, который будет задан. Вот на данный момент вы можете видеть, сейчас поступит звонок. Вот он звонок, мы можем ответить на звонок и разговаривать как по мобильному телефону. Туристический трекер МТС представляет собой тонкую прочную пластину. Поднявшись на определенную высоту, решили его испытать. Проведем маленький опыт. Мы сейчас проверим, как трекер реагирует на падение. Пришло СМС-сообщение о падении буквально через 5 секунд. В нем сообщаются координаты и местоположение человека. Устройство поддерживает функцию голосовой связи, интернет, СМС-сообщений. И оборудовано внутренними антеннами с высоким коэффициентом усиления связи. Благодаря чему трекер в любой труднодоступной точке можно использовать как инструмент связи. Милое устройство максимально подробно фиксирует наше движение. Мы проверили. А еще трекеры позволят обеспечить быструю реакцию групп спасателей для того, чтобы оказать необходимую помощь людям и при маленьком приключении оставить приятное впечатление от отдыха. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыз.